обратного. Нет, надо обратно это. Доброе душе. Вот то, что первое я показала, это от обратного. Не говори. Там сколько слов-то? Сейчас забываем, там вот сейчас первое надо показать. Ариша, на, возьми, А, ему без разницы, короче, что с вещами, с материей, что? Конечно, без разницы, тоже телефон. Непривязанность? Реакция моя. А. Спокойно. Спокойно. И теперь второе слово. Вот как же вы его показываете. Опять-таки от обратного. Ой, мамочки! От спешки, от спешки, нет, от агрессии, от агрессии. Вот, нет, вот как это было выглядело? Быстро? Резко. Резко, да. Ну, по отношению к ребенку, вот это выглядело. А, наглость. Нет, это выглядело. Ну, ты а, ну он... Как это было? Грубо. Вот, как это было? Грубо. А это теперь мягко. Спокойный мягок. Мягкость. О, господи. Это прям одно качество спокойствия. Ты не могла мягко, это обратного не показывать. Не могла. Мне надо было грубо показать, да? Мягко. Я не знала, как это показать мягко, потому что все сочеталось бы на умиротворение. Нет, нужно было мягкую точку показать, вот так. Мы бы догадались.